Мария Вивальди исполняет лауреат международного конкурса «Щелкунчик» Элен Веробян, гимнастки из города Красноярска, танцоры из Москвы, из Санкт-Петербурга и из Брянска. Красноярская краевая школа по художественной и эстетической гимнастике. Открывает эту композицию представители спортивного бального танца из танцевально-спортивного клуба «Starlight», город Брянск и город Москва. Это победители первенства этого года и призеры. Ну а мы погружаемся в волшебную атмосферу музыки Антонио Вивальди. Группового упражнения Красноярского края. Фрагмент упражнения с 5 мячами. Интересное сотрудничество. Сложный поворот фуэте. Синхронно и динамично. Изящество, женственность, нежность в унисон с прекрасной флейтой.